Всем привет! Вы на канале Зимной Татьяны. Не забудьте подписаться, нажать лайк, если вам видео понравилось. Если не понравилось, дизлайк. У меня, по-моему, 2 или 3 человека, которые постоянно ставят дизлайки. Ну, я смеюсь, все равно это способствует продвижению ролика. Ну, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых роликах. Ну а сегодня видео мы посмотрим новинки, заглянем в новую локацию. Честно говоря, мне было скучно, когда я это все делала, потому что, ну, печальная, что-то авак, с каждым разом все хуже и хуже. Но я не перестаю надеяться, что нас все-таки разработчики услышат и исправят данную ситуацию. Ну а также досмотрите это видео до конца, ведь в конце я расскажу, кто же меня заблокировал и по какой причине. Ну что ж, берите вкусняхи и давайте начнем наш обзор. И как обычно, донат. Почему-то он мне то показывается, то не показывается. И он стоит 999. Короче, косарь. Косарь за платье и костюм. Причем у нас такой топ есть просто из строительной машины. Ну и что там сеточка? Нафиг это нам надо, ребятушки? Не тратим деньги. Так, а теперь в магазинах. Ой, новинок прибавилось, но купить что-то нет желания особо. У нас, так как Хэллоуин, ну, типа, заканчивается. В общем, решили нам подкинуть мексиканскую тему с макияжем, ртом, какими-то сиреневенькими этими скулами. Ну, а также, что там еще есть? Нос. Ну, прикольно смотрится. Но я почему-то не стала ничего покупать. Слишком дороговато для этих товаров. А вот этот топ я просто поставила в строительную машину, так как его можно сделать бесплатно, не тратить там 1000 рублей. Рублей. Авакоинсов. Авакоинсов, запомни, Таня. Ну, леггинсы в стиле скелета. И, кстати, вот помните, если вы предыдущее видео смотрели, я там показывала вот эти вещи все, которые были на конкурсе мод. Также вот то, что сейчас на мне. Они из конкурса мод. Если вы не заходили, то посмотрите их в магазинах и посмотрите предыдущее видео. Я говорила, что это очередная копирка. Вещи у нас такие есть в магазинах, только другого цвета. И стоят они намного дешевле. А у нас теперь в позах и действиях знаю себе цену. Вот такая вот... Я не знаю, что это, действие. Ну, я себе снуба подарила, чтобы деньги не тратить. А дальше. Так, какой-то танец. Как обычно, я плохо вижу. Чемпион какой-то. Ну, такое себе. Мне не понравился. Дальше. Поза. Работа на подиуме. Ну, опять же, снуба ее куплю. Не буду я свои деньги тратить. Я хочу успеть на дракончика накопить. Там еще 2 дракона осталось у меня не куплено. Какой-то танец еще. Покажи мне свои лайки. Лайки, ребята, мне свои покажите, пожалуйста. Похвала стойкой. Ну, нормально. Так, смотрите, 2 дня, уже меньше. 1 день, по-моему, остался. По анимации все я вам агитирую. Накопите, купите вампира, чтобы потом не плакаться. Ну и новая, день мертвых у нас. Ну, такое себе. Можно и без коллекции это все купить, без комплекта, точнее. А все остальное старенькое. Ну что ж, а в событиях у нас всего лишь 3. Ну, 2 новеньких. Эта коробка стала 50% дешевле. То есть за 25 авакоинсов вы можете себе накрутить. Но, ребят, не обольщайтесь. Я не стала экспериментировать, дождалась, пока другие поэкспериментируют и дадут мне советы. В общем, в итоге все идет в минус. В минус, ну, кристаллы накопите и все. Так, и теперь фиеста в честь Дня мертвых. Это мексиканский такой праздник. Пойдем посмотрим, что там вообще происходит на этой фиесте, что там надо делать. Может, какие-то подарочки дадут, а может и не дадут. Все в нашей жизни возможно. Ну и чего у нас на локации? Предлагают нам, чтобы пройти туда, одеться. И приодеть у нас надо что? Грим. Да, слава богу, у меня все это есть. Не надо покупать лишний раз. Ну, давайте первый попавшийся одеваем и смотрим. Так,
Ну, слушайте, я не удивлена. Обычная мексиканская локация, которая из года в год нам по несколько раз засылают. Все то же самое, все инструменты. Я играю просто долго, да, поэтому я знаю. Если вы новичок, ребят, ну, для вас это будет интересно. А так, одно и то же, одно и то же. Я хочу что-то новое. Ну, давайте нам, ну, хоть бы отель, что ли, нам сделали там с пляжем. Он давно у нас не был, кстати. А что его, кстати, не ставят? Я хочу новый отель. Давайте мне. Да, вот я проверил, ЛКВД у нас нету, подарков нету. Ну, поиграйте на инструментах, там, с нубами посритесь. Ну, нубы, это я так, образно. Вот, так что, ребят, если у вас нет денег на грим, ну, как бы и не стоит сюда и заходить. Ну, посмотрели вы видео, как все это выглядит, ну, и забудьте дальше. Живите себе спокойно без этого. Ой. Да, печаль печальная. Хочу, хочу что-то новое, вишневое, красивое. Так, в магазинах у нас платьица в черном цвете. Кстати, вот одно платье, нижний ряд, было у нас в донате. Я помню вот это платьишко. Я его тогда, кстати, и не купила, а потом как купила. Ну, а теперь давайте перейдем к теме блокирования. Не сильно я люблю всякие сплетни и тому подобное, но это не сплетни, это факт, ребята. Я на тот момент еще блогером не была и не было канала по ВАКу. В общем, смотрела я одного блогера, не буду говорить, возможно, вы сами догадаетесь. Ну и, в общем-то, вдохновившись одним видео, скажем так, про то, что нубы стоят на локации у нее, и, в общем, мешают работать, и она смотрит реакцию, хотя это не совсем корректно в плане людей, которые там работают. Я сама такое не люблю и не рекомендую другим так делать. Если вас не заказывают, сливайтесь с локации, ищите новую. Так вот, значит, что ж там было-то? Пришла на локацию снимать деньги, а кроме нее и ее друзей там никого не было. Ну и я сказала, что, блин, классное видео. Да, давай проверим, как ты будешь реагировать, если я стану в график. Ну и поставлю еще своего нуба для кучи, чтобы так это было. Ну и что вы думаете? Слилась подружайка наша. Ну и, естественно, кинула в меня в бан. Ну, я-то по этому поводу не переживаю, как бы, ну, бан и бан, господи, не увижу я этого великого блогера никогда, и слава тебе, господи. Кстати, я вообще ни на один канал не подписана, ну, и, как я узнала, мне просто скинули скрины, и я такие: а, трогоза, ты прикинь, ты в бане, и я такая: о, это надо использовать, ребят, для контента. Если бы тогда это было возможно, я бы все это засняла, мы бы вместе бы посмеялись. А на этом сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Ну, не понравилось, дизлайк, я не обижусь. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. А я всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока! Муа!